На прошедшей неделе в арбитражном суде решалась судьба акционерного общества «Племзавод Учхоз-Тулинское». Напомним, что процедура наблюдения над этой акционеркой была введена в сентябре. Но как получилось, что сельхозпредприятие с уставным капиталом более 150 миллионов рублей вообще оказалось у банкротной черты? Вот это у нас так называемый способ выращивания молодняка, безотходный, при пониженных температурах. Никакой патогенной микрофлоры нет. Это чистый воздух, и телята, вы видите, все здоровы. Один из лучших учхозов страны, одно из самых благополучных сельхозпредприятий области. Все это вместе взятое оказалось под угрозой, если и не уничтожение, то перед лицом серьезнейших проблем. Чтобы понять природу финансового дефолта, надо изучить сравнительно недавно ретроспективу. В 2012-м предприятие пыталось справиться с последствиями катастрофической засухи. Корма тогда приходилось искать и закупать по всей области. И стояла дилемма: или прикончить скот, и голова не болит, хозяйства нету. Я сказал: ребята, кормить нечем, чего вы? Ну и как все, что и сделали очень многие. Я на это не пошел. Чтобы не пустить стадо под нож, Тулинскому пришлось влезать в долги. Добрым самаритянином тогда выступило общество с ограниченной ответственностью «Молоко Сибири». Но мы не смогли отдать, потому что 2013 год был еще хуже, чем 2012. Нас просто затопило. И все стояло в воде. Непогашенные обязательства перед «Молоком Сибири» – не единственное обременение для учхоза. В 2011-м при поддержке Министерства сельского хозяйства Тулинское получило долгосрочный кредит от Россельхозбанка. 50 миллионов рублей предполагалось потратить на строительство молочно-товарного комплекса и учебного корпуса с компьютерным залом и смотровыми площадками для отслеживания всех технологических процессов. Тут осталось стены пленочные сделать, торцы – и стоило, и коровник готов. И остается там классы, смотровые площадки, доильный зал. Но сегодня Константин Першилин в первую очередь думает не о перспективах комплекса, а о том, как не допустить, чтобы на шее окончательно не затянули банкротную петлю. На спусковой крючок весной 2014-го нажало именно то самое «Молоко Сибири», которое протянуло руку помощи 3 года назад. Идея-то какая была? Построить новый коровник с новым доильным залом. Второй шаг – поставить робота-дойера. Игорь Елисеенко живописует перспективы обновления, но что-то внутри свербит. Не верю. Почему вы шанс-то Першилину не дали? Почему решили банкротить? И что дальше? Ну хорошо, не банкротить, и что дальше? Все бы оставалось так, как есть. Предприятие бы скатывалось бы дальше. Почему вы так считаете? С мая по сентябрь и сам племзавод, и территориальное управление Росимущества, ведь 100% акций учхоза находятся в госсобственности, вели с «Молоком Сибири» затяжной диалог для того, чтобы урегулировать спор мирным путем. Но этого чуда так и не произошло. МОЛСИ в последний момент буквально отказался от заключения мирового соглашения, буквально уже в судебном заседании. Итак, 2 сентября в отношении племзавода была введена процедура наблюдения. Но долг перед МОЛСИБом в 10 миллионов рублей стал только первой ласточкой. Рез кредиторов уже вскоре пополнился еще и требованием Россельхозбанка. Так цена вопроса возросла до 56 миллионов. Основной задачей всех последних месяцев было убедить кредиторов заключить мировое соглашение. Со всеми кредиторами удалось достичь соглашения о том, чтобы они отказались от своих требований в судебном порядке. Ну, в том числе и МОЛСИБ направил в суд отказ от заявленных требований. Но 8 декабря представитель МОЛСИБа так и не аннулировал свои требования, адресованные Тулинскому. Почему вы изменились на точку зрения, скажите? Потому что мировое соглашение, которое было представлено, оно было нереально его исполнить. 11 декабря. В суде в очередной раз решается судьба увязшего в долгах хозяйства. Быть или не быть внешнему управлению. Эта гамлетовская постановка вопроса была исполнена не меньшего драматизма, чем нетленное произведение Шекспира. Я и сейчас считаю, что в принципе основная, наверное, процедура, которая возможна в рамках дела о банкротстве ООО «Племзавод Учхоз-Тулинское», это внешнее управление.
Первой надежду на передышку дала представитель Россельхозбанка, предложившая отложить решение вопроса до нового собрания кредиторов и обсуждения условий мирового соглашения. Должником была погашена задолженность в размере 900 тысяч рублей перед банком, что позволяет банку рассматривать иные варианты, кроме конкурсного производства, в качестве следующей процедуры банкротства. В мае месяце мы, думаю, полностью рассчитаемся как с Молотом Сибири и войдем в график отчислений за кредит банку. Без особого энтузиазма идею отложения судебного заседания поддержали арбитражный управляющий и директор МолСиБа. В итоге суд дал племзаводу передышку. Следующий раунд назначен на 13 января. Но если у учхоза Тулинская еще есть реальная возможность использовать это время для того, чтобы убедить кредиторов в своей платежеспособности, то вот еще одно хозяйство области, Кремлевское, уже стоит на коленях. В отношении него введено конкурсное производство. Активы предприятия пошли с молотка. Любопытно, что за этим банкротством стоят все те же персоны. Директор МолСиБа Елисеенко и арбитражный управляющий Петров. Мы, жители села, обращаемся к вам с просьбой не дать погибнуть нашему хозяйству и людям, которые в нем живут. Этот крик о помощи, адресованный президенту, как последняя надежда. Это не я. А Владимир Владимирович, это кто же? Это с утра еще наш президент. Гарант Конституции. В следующий раз Путин, его фамилия. Пока вот то, что я прочитал, первый абзац, говорит о безграмотности составителя. Преднамеренного банкротства не было. Конечно, нет. То есть вы так считаете? Да? Безусловно. В итоге высокие паркетные разговоры об импортозамещении и шансе, который сейчас дается российскому, в том числе и сельхозпроизводителю, на практике диссонируют с банкротными скандалами по всей стране.